вылез, ты? Тейсон, я нашел твоего друга, Кита Рэмзи. Его купил один из киллеров Хойта. Он сидит в баре в трущобах. Как его зовут? Бак. Его зовут Бак. Он полный мупс. Быть куклой. Это просто. Плаваешь по течению, плывешь. Да пошло оно! Не беги впереди провода. Мы решать проблемы по мере их поступления. Более того, возможно, скоро пойдет дождь. Сезон еще не закончился. И что будешь делать? Ты Бак? День рождения не сегодня, но ты похожа Санта. Я пришел за другом, Китом. Извини, его не знаю. Ты купил его у Хойта? А, это он. А он назвался...
ты психуешь? Согласен. Перейдем к делу. Стало быть, ты Джейсон Брозери. Слушай, мне просто нужен Кит. Джейсон, Джейсон, Джейсон. Но не все же тут дикари. Мы деловые люди, достойные капиталисты. У меня есть то, что нужно тебе, верно? Это товар. А у тебя что нужно мне? И что это? Спокойнее, Джейсон. Не кипятись. Убьешь меня, никогда его не найдешь. Найди его. Сделаешь, и мы с тобой в расчете. И Кит уйдет с тобой. Принеси мне то, что хотел. Я уже видел этот ножик. Ножик? Ножик? Хуёжик, блин! Шедевр! В нем истории больше, чем в ваших задницах! Это выкуп за Кита, понял? И где он? Тот искатель. Знал, где искать. Но вас захватило его судно. Информацию о каком-то китайском сокровище и экипаж. И что еще? Нож? Не чертов нож. Его местоположение. Хочешь, Кита? Заберись на судно и выясни, где зарыто это чертово сокровище. Вали.
нужны эти данные. Жара, блин. Лучше пристрелите меня. Точно слышал. Вроде бы. Черт, меня уже трясет. Нет, это ничего. Можно поскорее. Эй, кто здесь? Мне послышалось? Обыскать все! Выходи, выходи! Где бы ты ни был! Сколько же тут пиратов? Ты заплатишь!
От меня не спрячешься! Сколько же тут пиратов? Говорю, что в этом компьютере что-то есть. Вот он. Это вроде важный компас. И может приведет к ножу. Быстрей, говнюк! Это шутка?
Джейс, не спи, замерзнешь. Подъем. Открой сомкнутый негой взоры. Да вставай же! Давай! А вот и ты. Нашел сокровище? На судне его не было. О, Джейсон, Кито это не понравится. Похоже, ему уже неловко. Зачем ты это говоришь? Сам не знаю. Смеха ради, лапочка, смеха ради. Не нашел ли ты компас? Отлично, здорово. Я знаю вот что. Используй компас. Большое спасибо. Пожалуйста. А теперь, если можешь справиться сам, я иду к Киту. Ладно? Бывает.